Севастопольском академическом русском драматическом театре имени Луначарского прошло открытие персональной выставки фотохудожника Андрея Гусаченко. Она получила название «На Севастополь падал снег». В экспозиции представлены работы зимнего города, сделанные в разные годы. Это мой багаж с 2004 года. Багаж. Такой снег ведь у нас не каждый год бывает, поэтому они по-своему уникальны. Фотографии. Снега-то мало, и не всегда можно даже куда-то поехать, снять, прибежать. Поэтому это не это. Ну, очень много этого года, кстати, фотографий. Получив специальность гидрографа, Андрей Гусаченко приехал работать в Севастополь. Его первая персональная фотовыставка состоялась в 2003 году. Затем работы мастера неоднократно представлялись в России, на Украине, в Испании, Корее и Доминиканской республике. Четыре персональные выставки прошли в художественном музее имени Михаила Крашицкого. Андрей Петрович Гусаченко действительно очень любимый в Севастополе мастер, художник, у которого уже много реализованных проектов. И мы знакомы со многими его работами, они уникальны. И вот чем он нас постоянно удивляет, поражает, потрясает, это каким-то своим необычным совершенно взглядом. Любимый жанр художника – фотопейзаж. Ни одна из представленных в открывшейся экспозиции работ не имеет названия. По убеждению автора, каждый зритель должен увидеть в этих снимках что-то свое, сокровенное. А фантазия сама придумает подходящее название для каждого из них. Я вырос в Казахстане, там зима с октября до апреля, а потом лето. Там нету ни весны, ни осени. И снегу было по 3 метра, поэтому это мое. Снег я очень люблю, и лыжи, и коньки – это мое. Работы, представленные на персональной выставке фотохудожника Андрея Гусаченко «На Севастополь падал снег», можно увидеть в зрительском фойе театра имени Луначарского до 28 февраля.